більше, ніж Крим. Великі люди маленького народу. Джеміль Каріков останні декілька років живе у Києві. Грає національну музику на аутентичних інструментах у київських кримсько-татарських закладах. Він приклав руку до відродження цілої низки національних кримсько-татарських музичних інструментів. Сьогодні до нього завітав Рустем Скибін, відомий кераміст, разом з яким вони відновлюють народні інструменти кримських татар. Красавец какой. Да? Попробуйте. А как правильно держать? А вот так. Я занимался как бы западной традицией, вот, а потом понял, что мне надо заниматься крымско-татарской музыкой, потому что раз я рожден в этом народе, значит, все имеет какой-то глубокий смысл. Раз Аллаху, Богу было угодно так, чтобы родился в этом народе, значит, тоже какую-то пользу принести этому народу. А человек, который занимается любым видом искусства, и в частности музыки, он должен быть национально узнаваем. И поэтому я стал писать крымско-татарскую музыку. Около 1000 народных песен с разными оркестрами, потому что в Крыму очень много оркестров, с разными оркестрами, с разными певцами записал. Это осталось как бы в истории, это осталось как клад для нашего народа. Кариков один из тех композиторов, который вошел в глубину народной музыки, старается изучить ее основу, гармонию. До него никто этим не занимался. В моем родном городе, родном по отцовской линии, отец у меня родился в Симферополе или в Ахмечите, да, есть 5 музыкальных школ. И ни в одной из этих школ предметов, связанных так или иначе с крымско-татарской музыкой, их нет. Я думаю, что это вопрос будущего. Мы вернемся в свободный Крым уже, в Крым в составе Украины, а мы живем надеждой, крымские татары. Вот мы волей судьбы оказались здесь, в Киеве, да? Вот. Но мы живем верой, что мы вернемся на свою родину.